Фотодиод – это полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотоприводимости при воздействии на него оптического излучения. Фотодиод представляет собой полупроводниковый кристалл, обычно с электронно-дырочным переходом, ПН-переходом, снабженный двумя металлическими выводами и вмонтированный в металлический или пластмассовый защитный корпус. Различает два режима работы фотодиода. Фотодиодный, когда во внешней цепи фотодиода содержится источник постоянного тока, создающий на ПН-переходе обратное смещение, и вентильный, когда такой источник отсутствует. В фотодиодном режиме фотодиод, как и фоторезистор, используют для управления электрическим током в цепи фотодиода в соответствии с изменением интенсивности падающего излучения. Фототок в фотодиоде в широких пределах линейно зависит от интенсивности падающего излучения и практически не зависит от напряжения смещения. В вентильном режиме фотодиод, как и полупроводниковый фотоэлемент, используют в качестве генератора фотоЭДС. Основные параметры фотодиода – порог чувствительности, уровень шумов, область спектральной чувствительности лежит в пределах от 0,3 до 15 микрометров, инерционность – время установления фототока. В лавинном фотодиоде, представляющем собой разновидность фотодиода с ПН-структурой, для увеличения чувствительности используют так называемое лавинное умножение тока в ПН-переходе, основанное на ударной ионизации атомов в области перехода фотоэлектронами. При этом коэффициент лавинного умножения составляет 102-104. Существуют также фотодиоды с ПИН-структурой, близкие со своим характеристикам к фотодиодам с ПН-структурой. По сравнению с последними, они обладают значительно меньшей инерционностью. В компании Chip & Deep направление фотодиодов представлено фотодиодами серии BPV производства Вишей, а также отечественными фотодиодами серии FD. Фотодиод является составным элементом во многих сложных оптоэлектронных устройствах. И поэтому он находит широкое применение в автоматике, лазерной, вычислительной и измерительной технике.